Друзья, готовим сегодня салат из свеклы. Для этого подготовили отваренную свеклу, которую натрем на мелкой терочке. Потерли свеклу. Далее нам понадобится изюм, который я предварительно замочил в горячей воде, чтобы он разбух. В свеклу добавим 3 зубчика чеснока небольших. Возьмем грецкие орехи и измельчим их. Я измельчаю вот так вот в пакетике. И при помощи скалочки. Измельченные орехи также добавим в нашу свеклу. С изюма слили водичку и отправили к свекле. Заправим все это майонезом. И перемешаем до однородной массы. И у нас с вами получился вот такой простой в приготовлении, но вкусный салат. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!